Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков провел плановый личный прием граждан в офисе местного отделения партии «Единая Россия». Главными темами обсуждения стали развитие парка Супонева в Звенигороде и газификация жилого комплекса «Высокие жаворонки». Сегодня комплекс имеет репутацию одного из самых проблемных в Подмосковье, и Дмитрий Голубков давно оказывает поддержку дольщикам. Парламентарий держит под личным контролем не только выполнение всех этапов и соблюдение сроков окончания строительства, но и дальнейшую газификацию ЖК, а также создание всей необходимой инфраструктуры. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».